Купили вещь за 1000 рублей, получите 120 назад. Купили вещь за 10 тысяч рублей, получите 1200 назад. Сервис Glai.ru возвращает минимум 12% с покупок в AliExpress. Все профи уже там, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня я нашел для вас 10 автомобильных товаров с сайта AliExpress. И если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал. А также все ссылки ищи в описании. Погнали! Для тех, кто постоянно ловит постоянно неуловимую коробку с салфетками, я предлагаю удобную автомобильную салфетницу. Она удобно крепится к солнцезащитному козырьку и позволяет достать салфетку одной рукой. Продавец предоставляет салфетницы в разных цветах. Это розовый, желтый и светло-зеленого цвета. А вот эта клейкая силиконовая лента должна быть обязательно в каждом гараже, автомобиле, доме или даче. Да этот список просто нельзя закончить. Да просто носите ее в кошельке. И в любой удобный момент сможете заметать трещину, что-то связать и починить все поломанное одной чудо-ленты. Она хорошо себя показала при температуре от минус 60 до плюс 260 градусов по Цельсию, имеет ширину 25 мм и выдерживает давление до 5 бар. А следующий товар для тех, кто так и не стал таксистом. А вот самый простой способ стать настоящим таксистом. Просто купите эту шашку с надписью «такси». Просто прикрепите ее к своей малышке и начинайте развозить людей, которые нуждаются в быстром передвижении. Стоимость такой пластмассовой штуки всего 700 рублей. Зимняя пора. Это пора покупать зимние шипы на автомобильные колеса. С такими колесными цепями вы будете чувствовать себя на дороге уверенно и не бояться крутых подъемов или поворотов. Застревайте только в приятных местах, а не там, где не можете проехать. А у кого есть такие цепи для автомобиля, напишите о них в комментариях. Крутой чехол на руль – это, можно сказать, обязательный аксессуар для автомобиля. Ведь мало к чему, кроме машины, мужчина так бережно относится. Порадуйте себя высоким качеством оплетки на руль для вашего любимого авто. Пусть потертости уйдут на мусорку, а новый качественный чехол на свое заслуженное место. Очень удобное и необычное зеркало заднего вида со встроенным видеорегистратором и возможностью подключения камеры заднего вида. Записывайте все происходящее на дороге на всякий случай, ведь так гораздо удобнее будет доказать свою непричастность или невиновность в возможном происшествии, а автомобилям, в которых не предусмотрена камера заднего вида, возможность легко и быстро ее установить. Стоит такой гаджет 2300 рублей. Все же знают, что чистый воздух – это хороший фундамент для вашего здоровья, а чистота в наших огромных городах желает ждать лучшего. Предоставляю вам автомобильный очиститель воздуха, который позволит вам создать чистую и свежую атмосферу в вашем автомобиле для вас и ваших близких. Ведь никогда не поздно позаботиться о своем здоровье. Всегда можно сделать вашему авто мелкий тюнинг, как, например, вот этот козырек для зеркал заднего вида, который защитит зеркала от попадания капель дождя, снега и грязи. Круто? В наборе идет одна пара одного цвета, это черного или белого. Очень красиво смотрится и придает вашей машине привлекательный вид. Крепится наклейку ленту, которая не дает козырькам упасть. Главное, перед наклейкой очистите поверхность. Поставил царапину на своем авто, сходишь с ума от этого? Успокойся и закажи себе чудо-карандаш для удаления царапин с автомобиля. С этим чудо-карандашом ты легко и быстро сделаешь эти царапины незаметными. Все цвета, которые вам нужны, есть у этого продавца, их там аж 39. Ну а для людей, которые считают, что курить можно везде и всегда, китайцы сделали очень крутую автомобильную мини-пепельницу, которая в придаче еще есть подсветкой. Наверняка у тебя было такое, что ты скурил сигарету, после чего пытаешься выбросить от нее окурок в пепельницу и не можешь попасть в нее. Вот это обидно. Но с такой пепельницей, которая есть подсветка, таких проблем не будет. Ну а на этом я заканчиваю. С вами был Супер Мишка. Обязательно ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал.